Так, доброе-доброе утро, друзья. Катенька, бегом. Очень долго. Так, постирали кроссовки, обулись даже уже на диване. Давай, выходи. Выходи, говорю. Катя. Так, фу, мило. Катя, ну выйди. Давай. У нас очень прохладненько, Катя. В кофточке, но днем страшная жара, поэтому кофту она просто снимет. Садись. Угу, стой. Кофточку тебя дерну. Так, на какашки не наступи на какие-нибудь. И мама тоже. Пойдем, Сычка. Так, народ уже пришел. У всех кофточки, а ножки у всех голые, потому что сейчас будет жара. Так, народ немножко прибавляется. У нас будут очень длинные выходные. Ты чего не идешь? Папа там подождет тебя. У нас будут очень-очень длинные выходные. У нас будет 4 выходных. Еще и четверг какой-то там короткий день. У Маши там какое-то мероприятие будет. Она обещала мне заснять. Не знаю, может быть, заснимет. Покажу вам. Четверг что-то такое там у них будет на стадионе что-то такое происходить будет у них. И Маша заснимет, как это проходит в старшей школе. Я уже как-то показывала. У них там девчонки выступают с этими помпушками. Эти черлидерши. Погода супер, да, папа? Магнолия начинает цвести, видишь? Магнолия? Цветы большие. Да. Вот это магнолия? Угу. Шишки вот эти? Вон белые цветы, видишь? А, да, 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 точно, точно. Ой, пахнет она бесподобно. Да, ну и много нельзя дышать она. Да, я помню, у нас дома была магнолия, помнишь? Мы в Икее купили. Ох, она цвела. Ты не помнишь, тебя же дома почти не было. Ох, она цвела и пахла. Зато это что-то. Зато сейчас... Отбываю за старое. Да. Так, давайте, народ. Катенька, пойдем, он уже подъезжает. Пойдем. Красавчик, да? А? Пап, да? Ага. Красавчик, да? И Фу у него там пёрпл. Да. Это модно? Это тюнинг? Натюнингованный? Просто он сделан. Колеса очень крутые. Залифтованный весь. Он каждое утро тут проезжает. $7 вложил в колеса, чтобы еще такой лифт. Ну, надо же, чуть больше, чем ты даже. Ну, я думала, только ты такой. У меня такого лифта нет. Так капец вообще. Столько бабла в колеса. Так где автобус-то? Так, народу уже много. Все сидят, ждут, а автобус все никак не подойдет. Автобус. Все, Кать, давай. Все, вставай, подходит. На, показывай-ка. Одни девчонки. Одни девчонки вообще. А вот днем, когда автобус приезжает, куча пацанов выбегает. Утром они то ли на машинах все едут, то ли что. А вот днем просто полный автобус приезжает. Видимо, забирать уже некому. На работе родители. Их привозят автобус. А утром родители едут на работу и детей заодно завозят. Всех пацанов. Ну, машинки встали. Да, господи, вводи-то уже цифры. Это Катя там стоит? Конечно. Тормозит. Наш главный тормоз всего автобуса. Весь автобус. Главная пробка автобуса. Что на вход, что на выход. Забыл. Не знаю. Мне кажется, солнце слепит там. Ага, вела. Пока. Машина, ну наконец. Да. Машина, говорю, ну наконец-то. Так, ладно, поехали. Ой, друзья, просто открытка, да? Такая гладь, как зеркало. Фонтан еще не включили? Еще рано. Ждем уже. Я никого не гладила, спокойно. У Милы до сих пор в памяти, что я собачку гладила. Да, собачки уже нету. Давно они переехали. Что, мусор? Ну, ты чего не давай. Кушаешь? Иди кушай. Она уж поела, наверное. Мила. Давай. А, быстренько. Что?
фестиваль. Зойка. Поехали в кафе завтракать. Кушать. Поехали, поехали. Кушать поехали? Поехали, домовенок, поехали. Так, Лаврик ест кексики. А, вот такие вот кексики купили вчера Вова с Левой, ездили. Ну, они везде продаются, просто вот они их любят. А в Костко вообще большими упаковками продаются. Обычные самые с шоколадом. Вот Лева сейчас одну с собой возьмет в школу. Так, уговорили Лаврика, поедет он с нами завтракать. А, с условием, что мы потом заедем... Да, с условием, что мы заедем в Майклс и будем искать там его этих кукол гипсовых. Да, да. Так, сейчас Лева выйдет, с собой возьмет. Так, вот такие вот. Надо просто большую упаковку, я думаю, в Костко взять, да и не париться. Так, и вот эти вот вообще вчера понравились Вове. Я вообще не люблю эти всякие крекерские печеньки, а Вова их очень любит. Вот эти, сказал, очень вкусные. Вот просто вот вчера, я не знаю, сколько он их съел за вечер. Вот так они выглядят, такие вот печеньки. В общем, Вове понравилось. Ну-ка. Ну, пахнет... Не знаю, я просто не люблю вот всю эту крекерную тему сухую. Но Вова сказал классно. А, так, друзья, сейчас Вова поехал быстренько машину помыть. Что? Что ты хочешь? А, еще? Вставай, давай, открой. Съел уже что? Там их всего 4 штучки. На, кушай. Ну, пахнет вкусно. Угу. Прям вкусно пахнет. Такой ванилью какой-то, не знаю. Ну, усилители вкуса, понятно. Запаха. Кушай, иди. Смотри, как бы тебя расчесать-то, а? Так вот, я сейчас, пока Вова поехал мыть машину, я хочу сделать... Ну, не сделать, а просто разобрать. Нам вчера подфартило, друзья. У нас много-много курицы. А тут всякие крылышки, какие-то еще части. В общем, много-много-много. Я размораживала, потому что там было в большом таком пакете. С нами поделились соседи. У нас замечательные соседи. Нам вообще всегда везет почему-то с соседями. Со всех сторон, можно сказать. Мы же, ну, не в доме живем, да, в отдельном, а у нас все-таки такое комьюнити. Нам всегда вообще с соседями везло, где бы мы ни жили. И... Или им с нами везет, я не знаю. В общем, и нам подфартило, с нами поделились наши соседи курицы, у них было много, и у нас теперь тоже много. В общем, она была в таком большом мешке, нужно было ее размораживать, она мне размораживалась всю ночь. Я вот сейчас ее вывалила, сейчас как-то ее тут расфасую. Половину я сегодня сделаю. Здесь разные части. Крылышек много у нас. Лёва с папой обожают крылышки. Я вообще крылышки никогда не покупаю. Не знаю почему. Мне кажется, там есть нечего в этих крылышках. Но мужчины обожают крылышки. Я их сегодня сделаю, ну, как я ножки делаю обычно, со специями, с майонезом, с картошечкой. И вот это вот прям будет тема. А если я еще, знаете, наверное, что сделаю? В соевом соусе, что ли, их сделать? Нет, меда у меня нет. Ну, в соевом соусе можно. В общем, ладно, сейчас я разберусь. Сейчас, наверное, их распасую тут быстренько все. И подумаю, как сделать. Наверное, соевый соус все-таки я добавлю. Да, наверное, так и сделаю. И будут такие у меня маленькие крылышки, как из ресторана. Крылышки и ножки. Вот видите, крылышки и маленькие ножки. Вот как вот в ресторане. Как Лёва любит, в пабликсе мы берем. Вот такие вот. И будет вкусно. Зажарю их как следует в духовке. Будешь вот такое вот с тобой? Да, спасибо. Возьми, кушай. Давай, уже опаздываешь, Лев. Кот там чего-то тоже ходит. У тебя что, дырка? Это что? Одна. Я упал. Да ладно. Где ты упал? На баскетболе. На баскетболе? Лев, ну вчера можно было сказать об этом. Ну ты же не можешь с дыркой ходить. В смысле, не могу, ничего. У вас что, ходят с дырками? Да без разницы, кто с чем ходит, у меня просто есть штаны и все. Так, ну-ка давай я размер посмотрю, сейчас заеду, куплю тебе такие же. Повернись-ка. Матенька, мама, куда пошел? Мне просто покажи сзади и все, стой. Ой. Там последняя уже осталась. А, все, наелся. И Лёва с собой взял, и все. И больше нету. По-моему, одна осталась. Да. А, нет, две еще осталось. Штучки эти. Пока. Давай, показывай-ка. Пока. Пока.
Капец, блин, а. С дырой такой огромной. Отец тебя еще не видел. Ладно, сейчас заедем в магазин. У нас просто еще рано, 8:08. У нас ни Майклс этот еще не работает, ни тем более Таргет. В общем, сейчас поедем. Так, вот такой вот тазик я сегодня приготовлю, но это будет попозже. Сейчас уже мы поедем на завтрак, и к обеду уже, когда дети старшие придут из школы, уже тогда и к обеду примерно сделаю. И вот такая вот часть сейчас пойдет в холодильник, а остальное в морозилку ушло. Они до конца даже все не разморозились, они хотя бы просто отделились друг от друга, потому что это просто было просто в мешке, и пришлось немножко разморозить. Все, пока в холодильник, остальное в морозилку. Что, малыш? Курица? Манит. Знаете, что пришли? Все. Нельзя, нельзя, нет, 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 мама кушает. На паштет. У меня паштет. Я его сделала по нескольким контейнерам. И один съела, и два у меня в морозилке было. Это я уже... Опа, 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 нет, нет. Это на паштет. Паштет манит. Страшно манит. Пахнет он примерно так же, как ваша еда. Поэтому они тут стали. Что, что, что? У тебя-то вообще вон полная тарелка. Мелани. У тебя-то вообще все хорошо. У вас тем более, у вас вообще круглосуточный безлимит. На, зайка. Держи. Одевай свои сандалики. Стиранные, чистенькие. Так, все, друзья, мы одеты, готовы. Так, Мелани. Мы выезжаем. А где мы? Где мои тапочки? Да не. А, я стою, я тебя жду. Милочка, уйди, мила. Фу-фу-фу-фу. Что? Что? Тебя не берем. Тебя не берем, да. Ты скоро? Скорей, 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 скорей. Все, выезжаем. Выходи. Ну куда, куда? Все, все, все. Давай, попрощался. Сейчас давай закрою. Куда пошел? Да, так, все, друзья, выезжаем. В общем, что у нас по плану сегодня? Сейчас мы едем завтракать. Папа сам решил куда. Мы не в курсе. Мы там, видимо, не были еще, да? Или были? Сейчас проедем, если мы там. Сейчас проедем. Сейчас просто хорошие места, везде очередь. Сколько зайцев? А ты посмотри. С утра. Вон это еще стоит. Лавр, смотри, вон, вон, Лавр, смотри, вон. Вон, видишь, зайчик? Зайка, да, какой. И там зайки, вот такие, вон еще один, да, у них такие ушки короткие, какие-то странные два, зайчики. Два, два. У нас белка на это дереве два. Сидит. Дяденька наш. Два. Потом нам нужно заехать в Майклс, посмотреть эти куклы гипсовые какие-нибудь, ну какие-нибудь хотя бы фигурки из гипса. Мы уже скупили на какие-то немеренные деньжищи уже из этих кукол. Нет, заготовок, глины. Глина, да. Подписчики присылают, уже всего, уже просто, это уже... Уже бюджет маленькой страны израсходован. Уже как-то надо... Я не знаю, что это такое. Малюсенькая. А, это маленькая такая. Я думаю, маленький лабрадорчик идет. А, вот. В общем, поищем. Если там не найдем, то, я не знаю, то уже не найдем, наверное, никогда и нигде. А, и еще, в общем, у нас Леве штаны. Я даже думаю, ему не просто штаны, ему шорты, наверное, лучше взять. Тут уже жара сейчас такая начинается. Уже, наверное, штаны не актуальны. А он просто у нас же осталась школа-то тут всего ничего. Они до, Маша сказала, по-моему, 2 числа, 2 июня, по-моему, у них последний день. А, и как бы все. И он переходит в старшую школу. А старшая школа это что? Это ходи в чем хочешь. Хоть лей бы себе, хоть где эти лепи. Ну, там средний тоже нельзя... есть свои ограничения. Нет, ну плечи голые нельзя. Ну, и все. Плечи голые нельзя. Девочкам, мальчикам все нельзя можно. Нельзя определенные надписи. А, плейбой нельзя. Ну, надпись, не только плейбой, вообще все, что касается как бы ну, да, нецензурных надпись. Надписей или да, каких-то да, там да. Двояко читающихся. Ну да, да. То есть этого всего а нельзя. Вот в плане цвет или там марка одежды, как вот в средней школе запрещено ходить, чтобы у тебя, не дай бог, где-то там марка... лейбл какой-то висел, нельзя. И цвета тоже должны быть определенные. Ну, это надо сказать, не во всех так школах, просто не во всех, конечно, школе, нет, да. Просто в нашей так, да, в средней почему-то. А в старшей они там кто во что гораздо, конечно, ходят. Вот, в общем, друзья, поехали. Вот такие вот у нас планы. Пойдем. Так, куда мы приехали?
Так, подожди, я не вижу, куда мы приехали. А, вон хаус, омлет. В омлеты мы приехали, Лаврик. Кафе, да. Вот такое вот название breakfast and lunch. Вова, давай на улицу сядем. Так. Упал папу. Бёрпал твой, да, сломали. Так, Лаврику принесли разукрасочку. Мама, я рисую пики. Давай рисуй пики. Это что? Смотри, вот это омлеты. И смотри, сейчас, Лен, выбирай хочу, потом, пожалуйста. Я хочу показать, что в детском меню, подожди. Так, здесь у нас ланч. Они всего до 3 часов работают. Смотри, машрум омлет. Так, что у меня будет, Лаврик? Я нет, я вообще не хочу никакой омлет. Вообще никакой. Я, может, если фрукты искать. Подожди, я тебе выберу покушать. Ты же приехал с нами кушать. Сок, понятно. А кушать что-то у меня будешь? Панкейк, может? Да. Будешь? Да. Оладушки, да? Давай. Микки Маус панкейк. Ну да, давай, он их любит. Так, он у нас с беконом, я поняла, с сосиской, банана, блюбери. Так, все, Микки Маус у тебя, окей, держи, разукрашивай. А я хочу, да, я что-нибудь, не знаю, что-нибудь совсем такое легонькое, фруктовое, может быть. Вот Нателла есть. Ого, сколько тут. Смотри, Нателла есть. Офигеть, ребят, какое огромное меню. Лена, крипсики, этот, ну, оладушки. Сейчас. С Нателлой. А может быть мы с... А, ну Лаврику я с Микки Маусом хочу взять. Нет, бургер, будешь бургер? Нет, Вов, да ты что, с ума сошел? С утра я бургер буду. Цезарь есть. Цезарь, это хорошо. Где ты видишь цезарь? Ну, вот самый салат и самый цезарь. А, вот они салат. Так, вот цезарь есть, да. Пармезан, чай с романи. And chicken. Всего 4,77 стоит. Ну, я его и возьму. А, нет, подожди, это чикен, это нет, он стоит $10, плюс 10. Добавка курицы. А, отдельно. Если курицу добавлять, да, будешь отдельно. Курицы? Ну, не знаю, даже нужна мне курица. Ой, да. Это папа будет сейчас кофе пить. И нам принесли вот такой вот стаканчик специально для ребенка, чтобы он на себя все это не вылил. Ой, вот это очень удобненько. Джема, посмотри. Лен, так, давай показывай, что там. Вот так, вот это масло, это давай сливки. Давай я покажу вот отсюда, вот здесь еще куча всевозможных джемов лежит. Строубери, это желе, короче говоря, и джем, и все, в общем, да, круто. Да. Вкусно? Вкусно? Зачем ему сосиски взяли? А пусть будет. Ну там просто одна, это, Микки Маус, я взяла с сосиской. Ну, вдруг будет. Да, зайка? Ох, а у меня сосиски обычно? Ну, пусть попробует, может, Вов. Он хотя бы пробует что-то. Это хорошо. Нормальный сок? Вкусный? Как бы так это положить, чтобы оно... Так, у меня просто водичка со льдом. Ну, и воду так и так подают просто, да. Папа какое-то кофе. Так, друзья, вы посмотрите, какие огромные порции. Я думала, там будет малюсенький Микки Маус, а посмотрите, какой он огромный. Так, Лаврик сказал, что сосиски он все-таки не будет. У меня, смотрите. Как драники, короче. Так, ну-ка давай свои яйца Бенедикт. Ой, можно не трогать мои яйца? Я не трогаю твои яйца. Да, Лаврус, можно, кушай, это твоя тарелочка. Картошка, самая вкусная. Ну, Лавр, это твоя тарелка, бери, ешь. На, тебе вилочку, на. Вилочкой? И ножичком режь этого Микки Мауса с глазками. А что там с яйцами-то? Сверху яйцо или где оно? Внизу? Яйца вот, Бенедикт. Яйцо, вот. А, сверху яйцо, да? А там внизу что? Помидорки? Цукини, что ли? Ой, можно я у тебя чуть-чуть попробую картошку с краю, не лень ничем? Да, можно? Хорошо, попробуй. Ну, ты знаешь, мам, прикольная, можно? Но, на мой взгляд, вилка. Немножко безвкусная. Картошка? Специй не хватает. Народ, я не могу взять. Надо ножичком немножко. Сделано. Нормально, прикольно? Угу. Ну-ка, давай попробую-ка. Я не левша, друзья, просто камеру держу. Ну да, вот эту хрустящую, которая зажаренная, вот так вот. Угу. Там даже соли нету. Угу. Она вкусная, но туда нужна соль хотя бы. Да. Так, друзья, смотрите. Картошка прям тонкая. А, цезарь. Я добавила еще курицу, но я не думала, что ее в таком количестве принесут. Там еще сухарики. А помидорок нету, да? Помидорок нету, есть реально сыр. Будет смотреть, да? Ну, я надеюсь. Лаврик нашел обычное джем, вон там лежат. Ну, Вов, ну он не хочет так, не надо. Я хочу, чтобы он это поел. Короче, Микки Маус внутри с ягодами, он не хочет с ягодами, обрезает кусочки без ягоды и ест без ягоды. Но, тем не менее, желе ест клубничное отдельно. Нравится? Ну, ешь. И доедай вон своего Микки Мауса, который без ягоды.
Нет? Доедай, доедай. Давай, вот, давай. Не поедем тогда никаких кукол смотреть. Ты должен покушать. Я не хочу. Вот это вот здесь. Вот. Давай, свои вот эти кусочки даешь хотя бы? Нет. Тогда не поедем. Ладно. Давай, молодец. Ну ладно, ладно, ешь. Так, сок он уже весь выпил. Давай, давай. Дай. Так, друдрузья, у нас получился счет на $41, но с чаем получается $50. В общем, $50 за, ну, так себе завтрак. Это папа доедает. Я не смогла, невкусно. А, ну и там... Как яйца тебе, кстати? Ну, нормально. Нормально? Я не могу сказать, что это вал. Да? Ну, как обыкновенно. Угу. Ну, в общем, хотели обтичить это заведение, обтичили, сходили. У них, видимо, то ли повар сменился, то еще просто. Все, я поела. Да нет, это, в принципе, нормальная такая еда. А так и будет не протолкнуться. Через час где-нибудь так и будет. Да нет. Ну, чисто такая забегаловка американская. Они вот это любят все. Да. Блин, да они разные есть. Если это самый рип, куда сейчас не попасть. Я в вашем рипсе вообще есть не могу. Ну, это смотри, там, нам очень нравится. Мы все вообще обожаем. Так я и говорю, да, чисто такое американское заведение, да, какое любят американцы. Да, они с детства на такой еде. Ну, вот все вот эти вот чилисы, айхопы, вот они все полные, переполнены. Кто, чилис, айхоп? Все одинаковые. Да, молодец, Лада. Про еду. Здесь даже вот то же самое там. Яйца Бенедикт, которые я люблю, то есть они везде абсолютно разные. Есть прям совсем отстой, есть так себе, есть супер. Вот я знаю, World Water Devil место, где супер просто. Это просто вопрос. Не сетевое, да? Нет, не сетевое, в аэропорту. А, ну там, вот. Да. Это просто, это все зависит, безусловно, от руки повара, от того, как это делается. Ну, сетевики, они точно все будут одинаковые. Ты думаешь, ты в другое заедешь, там будет другой повар, повар там будет по-другому? Это не сетевое заведение? Это нет. Это сетевое? Это единственное, нет. А его больше нигде нет вообще. Подожди, сейчас загуглю. Открыли, это эти все. Ну, есть, короче, и в Кейп Коралл есть, и в этом, сеть, Форт Майерсе есть. Это когда франчайзинг, когда чилис и так далее. Ну, три заведения, которые открыли. Ну, почему три? Ну, их может по всей Флориде, их полно. Да сеть это, короче, ладно. Ладно, все, пойдемте. Полезно спорить, ну, а что это, если их много, это разве не сеть? Пойдем, Лавра, весь мозг вынесешь, а? Пойдем. А, мы еще не рассчитались, Вов. Надо внутрь зайти рассчитаться, а мы в машину попадем. Едем, все, пошли. Так, ну, короче, народу уже прибавилось. Там уже прям много и внутри, и снаружи. Подожди, а мы на чем приехали? А, вот. Да, наша. Пойдем, посажу тебя пока. Куда пошел? Вот машина. Иди. Стой. Скорей. Все, садись.